Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня мы взяли 90 уровень, посмотрим, что же нам добавилось нового. Из того, что новое, это первый мировой босс 95 уровня, с него с 90 уровня падает награда, начинают падать вот такие вот монеты, как обычно, монеты-автомат, и далее мы можем их обменивать. Что у нас есть здесь? Очки, зонтик и два титула. В принципе, неплохо, то есть нет переизбытка. В принципе, очки, зонтик можно забрать, а титулы забить, потому что 3600 хп, это, блин, за 150 штук, это, в принципе, дорого. Далее, что нам добавили? Добавили новый вызов, бог нормал и хард. Нормал я уже прошел дважды. В принципе, с нормалом проблемы не было, а вот с хардом я еще не пробовал. Буду пробовать снимать на видео, сразу же посмотрим, как оно получится. Надеюсь, завтра выложу прохождение. И если мне повезет пройти, потому что мощь у меня в принципе маленькая. После апа у меня стало 120, почти 127 тысяч, но этого в принципе маловато для прохождения, свободного прохождения хардового режима. Так, изменились у нас вот эти вот гербы, добавились герб огня. Мы сейчас посмотрим, на что он обменивается. Значит, поменялись... Но не добавились новые награды, помимо, скажем так, дополнительные награды, которые... Они остались прежние, сейчас я вам покажу и объясню все. Значит, вот. Значит, герб огня, вот у нас есть сладкие облака. Здесь физатака, магатака по 10 за 800. Дальше за 1200 титул есть, который я не знаю, кто будет брать. Ну, если будет переизбыток, тогда возьму, да, если нет, то в принципе нет смысла. Дальше есть вот крылатый безумец, очарование плюс 1000, это все должны взять. И также волк-штурмовик, очарование плюс 500, оружие. Избыток герба мы можем менять на пламенный. Пламенный мы опять-таки меняем на скорпиона, так как у нас все здесь куплено. И скорпиона мы можем менять на золото, потому что здесь опять-таки тоже все уже скуплено. Вот герб огня. Далее у нас есть еще обмен новый вот таких вот. Как оно правильно называется, сейчас мы посмотрим. Сер опыт и сер битвы. Не знаю, что это за сер, ну, в принципе. Так, значит, вот они меняются на чистку новую, вот, 90 уровня. Статы немножко побольше, это пвпшная чистка. Вот. Но, видите, здесь нет, вот если предыдущие очистки еще были дополнительные, вот чип, аметист, тому подобное, здесь его нет, здесь просто есть обмен на старые жетоны, вот эти, да, на предыдущие, и также будете покупать вот эти вот остатки. Я специально хранил, но не тратил, видите, 3200 насобирал, думал, можно добавить что-то новое и куплю сразу новое, но ничего не ввели, так как и здесь тоже ничего нового не ввели, хотя у меня 4300 остатка. И здесь вот это ПВЕшные уже, новые ПВЕшные, вот такие вот очистки. Так, поэтому что еще? Да, добавили, естественно, у нас здесь новый ряд, здесь замедление, вот, при взрыве ветра, здесь дополнительный урон, в принципе, здесь что? Восстанавливает 12 единиц энергии при убийстве цели, ну, возможно, но сомневаюсь. Вот этот непонятный эффект. Амулета повышается на 10%, амулет восстановления или амулет усиления, я не знаю, что это за амулет и что имеется в виду, и что за восстановление. Это меня, в принципе, очень интересует, потому что восстановление хп и у ганнера, если, то это вообще очень крутовато будет. Дальше, спираль Теслы наносит урон и восстанавливает энергию, ну, это спорный. Вот этот вот мне нравится. При использовании навыка уклонения на прежнее место призывается портативная мина с маленькой зоной активации и урон как у активными, но это в принципе очень даже ок, но неизвестно, что будет по очкам, понимаете, потому что будут ли добавляться очки новых с новой очистки или нет, вот это вот непонятно. Если будет добавляться, будет очень круто, а если нет, то, ну, это будет немножко спорно, будет тяжело распределить навыки. Вот так, смотрим по шмоту, что у меня получилось за нормал и за то, что дают обычно. У меня получилось в нормале выбить вот такую вот золотую оружку. Синяя шмотка. Но, кстати, синие шмотки лучше, чем золотые 80-го. Это уже радует. Так, вот тоже
фиолет шмотка. Ну, я, в принципе, покажу, в принципе, статы, что получилось. Ожерелка, кольцо. А вот шапка не свезло. Шапка у меня вот две зеленых упала, хотя статы, видите, получше, чем у моей, именно с самой случайной атрибутой. Но перенести я их не могу, так как у меня шапка 80-я. Но я думаю, что я шапку выбью в скором времени и перенесу. То есть, в принципе. Это все такое основное с 90 уровня. Я думаю, больше ничего такого прям крутого нет. А, вот, есть действительно, видите, я чуть не сморозил. В новом инсте код бессмертия, да? Вот, где он? Вот, код бог. Есть режим слава. И вот при прохождении режима славы дает дополнительно вам первое прохождение, дает титулы. Титулы дают статы, причем прикольные. Вот здесь ловкость плюс 5, плюс камень. Второго уровня у нас уже проницательность плюс 5, аметист. Третьего уровня ловкость плюс 8. Высокого уровня комплект усиления. Четвертого уровня у нас идет уже проницательность плюс 8. И девятое — ядро огня. Это, ну, немало. Также пятый у нас дает конституция плюс 10 и камень эволюции. Ну, в принципе, очень даже круто и очень прикольно. Также, если выдается вам квест, вот этот вот, и при прохождении там дадут потом яйцо, которое будет давать какие-то награды определенные периодически. Я, в принципе, еще не получил, поэтому не могу вам точно рассказать, но когда получу, сниму видео и посмотрим, что там за яйцо. Всем спасибо, всем пока. Если есть какие-то дополнения, пишите в комментарии. Если есть вопросы, также пишите комментарии. До новых встреч, пока!